Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, зайдем с тобой в магазинчик быстренько. Ох ты, бесплатно. Репульсор, это, кстати, хорошо, ребята. Он у меня не прокачан еще до 5 звезд. Так, здесь забираем с тобой наградочку. Так, на арене кто у нас? О, 18 магов. Это, кстати, очень хорошо. Ну, к нему идет еще, опачки, король. Так, замок Сакура и страж. Слушай, а страж у меня, по-моему, не прокачан, да? По фулке-то? Нет, не прокачан. Если бы был прокачан, я бы его уже давным-давно брал бы в свой отряд. Ну что, бои на аренах доступны с 10 уровня, это понятно все. А мы с вами квест завершили, новый противник. Ну, здесь все легко и просто, ребят. Ну, самый древний еще, как говорится, завод роботов. Здесь знаешь, кого достаточно будет? Да хоть кого. Вообще, хоть кого. Вот Джиггернаут просто пойдет, сейчас всех будет ломать. Блин, как же мне хочется его прокачать до 5 звезд, а? Ой, Ронин. Я уже забыл, что он выглядит в таких вот шмотках, в лохмотьях каких-то. Бомжара, одним словом. Да-да, конечно. Что он делает? Что он творит, а? А если я... Блин, не туда немножко. Ну, ты понял, да? На арене мы прошли с тобой все на изи. Тут сосуночки, так сказать, были. Ну что же, квесты мы тут с тобой понавыполняли. Награды забрали и отправляемся в бой. В бой, как говорится, идут одни старики. У нас с тобой, да, последняя вот эта вот карта осталась. Обязательно пройдем. Ага, здесь у нас захватчики. Так, воблер, пришелец и жаба с молотом. Хотел сказать, уже с пушкой. Ну, против этих орлов, наверное, нам стоит взять вот эту команду. Да? А почему бы и нет? Почему бы и нет? Кто нам запретит? Да никто. Пойдем и все. Расстояние более-менее приличное, так что... Воблер. Да, это самый бесявый чувак, который здесь есть. Даже не знаю. Сейчас он еще эту летающую тарелку свою будет вызывать. Я не знаю, это прекрасно. Так, самурая позовем. Ой, тихо. Так, здесь нам, наверное, надо будет еще... Ай, комар укусил. Господи, как он меня одолел-то не вовремя. Так, воблера мне бомбите, пожалуйста. Так, корни. Зачем я корни позвал, я не понимаю. Блин, против пришельца корни — это ерунда. Но ведь нет, почему-то я вызвал. Тихо, воблерок, успокойся. Опять, а? Смотри, что творит. Давай, дедуля, выходи. Да, пока он там замашется, пока он ударит, 1000 лет пройдет. Так, кто там? Опять воблерок выделывается, да? Ну, тыквоголовый, как ты видишь, очень прекрасно бомбит. Очень прекрасно. А если я еще и служителя тьмы сзади поставлю, а он будет хилять нашего дедулю. И ты понимаешь, да, что это будет? Это будет супер имба. Пришелец вылетел и полетел в обратную сторону. Да, друзья мои, отлично мы с вами здесь выиграли. Блин, вот комар укусил меня в руку. Это, конечно, бесит. Теперь буду чесаться. Так, ну что, мы с тобой прокачаем, да? Так, подожди, у нас какой там 81 уровень. Ну, как минимум нужно до соточки уже гнать. Но это все хорошо, а мы с тобой идем дальше. Так, а здесь у нас слизняк. Слизняк, пришелец и жаба с молотом. Да какая разница, все равно порвем. Порвем, даже не поморщимся. Погнали, друзья мои. Так, я буду выжидать сейчас до последнего. Что-то никого не вызывает. Что, для пробы, может, вы... Ага, блин, сейчас прилетит этот на большом вертолете и бесплатно покажет кино. Нет? В плане? Он должен был явиться, вот он, летит. Чебурек. Так, срочно, блин, да куда ты корни-то поставил? Ай, дурил, как ты деревянный. Не туда же, конечно же, не туда. Что-то тут не то, ребят, творится. Давай вызывать всех, кого только можем и не можем. Пускай этот опять летит, а? Засранец. Одолел. Просто одолел. Слушай, ну два тыквоголовых сейчас тут, наверное, устроят карнавальную ночку, согласись. Если мы еще и корни с тобой выпустим. Так. Давай этого слизня бомбим.
Как он достал, а, вот этот пришелец. Почему-то, когда я вызывал, у меня не срабатывало, да, нифига подобного. Промахов было больше, чем удачных попыток похитить врага. А у него постоянно все получается, хотя он слабже меня. Ну, смотри, что творит, а. Так, ладно, мы ему за это сейчас отомстим. Корни. Ну все, друзья мои, тут песенка его спета. Базу мы ему забомбили. Он даже карточку дали. Но у нас с вами шар смерти прокачан по фулочке. Так что, блин, что, каждый уровень теперь буду его прапывать. Ну что, двигаемся с тобой дальше. У нас предпоследняя миссия здесь. Ой, а вот здесь вот будет похуже. И надо будет брать нам с тобой, знаешь, какую команду? Вот эту вот. Щитобот будет прикрываться от улитки. Да? Как-то так мы с тобой делали? Щитобот от улитки. А молотильщик, я уже не помню. Или как? Сейчас проверим. Или это будет в последнем эпизоде? В последней миссии, я вот не помню, если честно. Ой-ой-ой-ой, немножко лопухнулись мы с вами, друзья мои. Блин, воблер. Чё-то не то все. Так, ну-ка. Окей, окей, окей. Нормуль. Идем дальше. Все у нас под контролем. Главное ничего не бояться, да? Никаких воблеров, никаких чудиков. Так, похитил все-таки, да? Все-таки, блин, всадник на журавле почему подбили-то? Эй! Ну-ка иди сюда. Так, двигаемся. Ну этого-то могла, блин, подбить-то. Ну, господи, ну... Всадница, что ты творишь? О, улиточку. Заклеймили, так сказать. Как ты меня достал, а? Еще и против меня, да? Нет, не успел. А хотел. Хотел против меня. Так. Давай, 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 давай. Прожигаем, прожигаем, прожигаем. Так, карточка на пришельца нам выпала. Все, запинали моему базу. Ну и сам понимаешь, да, что последний уровень у нас будет предназначаться для моей имбовой колоды. Где? Так, кто у них там будет босс? Тем более, как мы видим, здесь у нас... Как увеличать, я уже забыл. А, лорд пустоты. Ну, а вот моя команда как раз против таких, как лорд пустоты, термин 9000 и прочих. Да, сейчас мы начнем потихонечку веселиться. Так, в первую очередь, я думаю, наверное, вызовем с тобой Ронина или мага-рыцаря. Давай посмотрим. О, зашелестел. Плохо, плохо. Ну, накажи. Пока замахнется, пока это понятно все. Ну, шелести, не пошел он шелестеть. Ладно, и так справимся. Сейчас мы этого бомбанем. Так, чумную вызовем. Пускай чумнуха выходит. Я пока не буду, ребята, на него реагировать никаким образом. Ждем лорда пустоты. После этого начинаем применять с тобой ульту. Отклоняться от графика нам нельзя. Вот он, голубчик, явился, не запылился. На-ка тебе. Вот и все, вот. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Вот и все, делов-то, ребятушки, на копеечку. Так, бедняга не справился. Ну, конечно, не справился. Он один, так. Что за дела, а? Блин, сейчас же всадника похитят. Твою же налево, да куда ты, блин, мышь? Так, придется еще применять ульту. Еще-то не задалось у нас как-то. Вроде и босса забомбили, а все равно что-то сложновато. Да потому что вот эти вот в паре тут ходят. Вот почему. Если бы они не бегали бы здесь вместе кучкой, правильно, правильно, давай вот так вот его разорвать. Зашелестели. 45 секунд, это уже не смешно. Дай-ка я ведьму призову, может быть, она нам тут как-то поможет. Что за дела-то? В первый раз такое вижу, чтобы какие-то у нас с тобой были тут проблемы в этом плане. Блин, Ронин никак не может просто добежать.
Секунду. Вот этого мне не хватало. Он все-таки моего... Нет, по-моему, тут фейл, друзья мои. Или не фейл. Черт его знает. Похитят Ронина. Так, мы успели его. 7 секунд. Слушай, это трындец. Я такого вообще не помню, чтобы так было. Чтобы мы с тобой сфейлились вот на этом уровне. Нет, так дело не пойдет. Переиграем. Что-то мы как-то вообще с тобой долго здесь так бомбили их, я не знаю. Так, мне такой расклад не устраивает. Это что за дела такие, а? Все, мы завалили с тобой быстро этого лорда пустоты. Мы, ну, постоянно какие-то, блин, косяки. Особенно это пришелец уфаист и вместе со своей этой ползуном просто вымораживали меня. Серьезно тебе говорю. Давай, поехали. Ронин идет первым. Не дойдет, да, сейчас? Естественно, его похищают. Дальше делаем вот так вот. Окей. Копим, короче, с тобой сразу, наверное, на ведьму. И пойдем ведьмой гулять. Ее этот пришелец похитить не сможет. Еще вот так вот сделаем. Давай, 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 ведьма, выходи. И будем уже потихонечку тут его разбирать. Бежит, бежит. Хоп. Появился, не запоявился, друзья мои. Так, что он там будет делать? Он же отталкивает, да, своим лучом этим? Нет, у него ничего не получилось. Никаких лучей у него отталкивающих не было. И мы, естественно, тут сейчас разберем его на 5 сек. Вот и все, проблем-то никаких нету. Что сначала у нас не задалось, не знаю. Мы прошли еще меньше, чем за 150 секунд уровень, получается. Ну что? Мы с тобой забираем награду здесь. Это, во-первых, сундук захватчика. И смотрим. Так, бородавочник и жаба с пушкой. И плюс ко всему мы с тобой забираем здесь награды. Хилбот. Так, ну, хилбот, ремонтный бот, ребят, все понятно, да? Зомби и репульсор. И у нас следующий телепорт. Так, квест завершен, странник. Фабрика роботов. Угу. Невритовая долина. Угу. Опять захватчики, опять роботы. И подданные. То есть два раза повторяются у нас с тобой роботы. Ну, нам-то какая разница. Повторяются и повторяются. Главное нам валить всех. Так, здесь надо подумать. Молотильщик вместе с щитоботом. Довольно серьезные ребятушки. Поэтому мы, наверное, также будем с вами играть. Тоже возьмем с тобой щитоботов. И тоже возьмем с тобой молотильщиков. И будем прогрызать броню им. Поехали. Сразу вызываем... А, он сделал вот так вот. Ну, в принципе, никакой разницы нету. Опа! А у него сработало, да? Значит, у молотильщика. Циркуляра. Ну-ка, пилим. Ага, здесь все отлично. Здесь не сработало ничего у него. Пропилякали. Давай, 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 бомбим их. Ну, все, я думаю, сейчас замок быстренько тут распишем. Уже пора переходить на следующую волну. Да. На изи распилякали. Я выиграл битву, получая финансы. Кстати, мы с тобой накупим, как очень много, да? Пропать нам надо будет нашего служителя тьмы, который там заждался уже. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше и смотрим. Хилл, точнее... Бот-паук. Или, как я его называю, спортсмен. Как бы нам сделать-то с тобой? Спортсменушка. Ну, я думаю, что здесь нужно что-то другое, наверное. Имбу, конечно, не хотелось бы трогать, применять здесь. Этот отряд, что ли, взять? Хм. Или вот этот? Или все-таки оставим этот, а? Даже не знаю, попробуем, короче, с тобой сейчас поиграть этим отрядом. Этим отрядом, да? Но этот бот-паук, конечно, сейчас начнет тут туда-сюда. Тени толкай называется.
А кто нам поможет? Паладин? В принципе, да. Паладинчик может нам помочь здесь. Всадник на журавли. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты куда собрался-то? Что за дела-то? Я не понял. Разогнался куда-то, понимаешь ли. Давай-давай-давай-давай. Вот так вот всех наказываем. Вот он. Явился, не запылился. Сейчас начнет тут. Туда-сюда. Наяривать. Слушай, ну у нас преимущество с тобой в армии, посмотри. Правда, здесь достаточно одной циркулярки, чтобы пол армии здесь снести нам. Но вряд ли кто-то здесь что-то нам сделает. Да, победа, очередная наша победа. Ну что же, двигаемся дальше. Блин, когда же я прокачаю этих крестьянинов? Друзья мои, кто мне скажет? Я все коплю, 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 коплю карточки, а крестьяне все никак не накопятся у нас. Очень интересно знать. А здесь уже Джаггернаут будет присутствовать. Поэтому против Джаггернаута, естественно, в противовес нам надо будет вызывать с тобой паладина. Это однозначно. Тут к бабке не ходи. Так, раскатали, расписали. Так, дай-ка, наверное, вызову паладинчика сюда уже. Упс, хорошо, что паладин очень-очень жирный. Как бы ему эта циркуляра по барабану. Так, ну-ка. Вот так вот. Хлопнул, как говорится, своим копьем, да? И нет молотильщика. Ага, вот. И Джаггернаут пришел, про которого я тебе говорил. В противовес только паладин здесь у нас. Остальные ребята не потянут. Ну вот, мы и начинаем по-тихому с тобой бомбить базенку. А я только хотел друидочку позвать. Думал, в помощь. Но, видимо, она здесь не понадобится. Расписали очень быстро. Я, кстати, хотел, по-моему, поменять друидку и ведьму местами. Хотел в имбовый отряд взять именно друидку. Там вообще было бы жесть, представляешь? Под ее бафами, под ее этими тотемами, что будут вытворять мои бойцы? Даже страшно подумать. Ну что, у нас... Ух ты, ё-моё, хилбол здесь. Так, секунду. Хилбот. Тут, наверное, придется этим отрядом, но уже с применением нашей друидочки. Скорее всего, так. Иначе хилботы будут лечить щитоботов, да? Ремонтные боты. Как-то что-то типа того будет. Вот, видишь? Старая школа, ребят. Ну, мы можем, конечно, немножко здесь схитрить. Попробовать продамажить, если успеем. Но, судя по всему, хотя успеем, успеем, ребят. Хватит у нас силенок. Вот так сделаем. Окей. Так, еще и ураганчик у нас тут. Как удивительно, нам в помощь пришел. Так, этого тоже пилякаем. Да, все отлично. Этого прожухали, который там стоит. Ну ты посмотри, как хорошо, как фартит-то нам с тобой. Давай еще, наверное, вызовем молотильщика одного. Фи. Легче пареной репы. Ну, по-другому не сказать. Тем лучше для нас. А мы с тобой двигаемся дальше, и у нас последний этап. Это кто? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят, ну вы помните, да? Кто не помнит, кто это такой термин 9000? Посмотрите, самые, ну, не самые-самые начальные серии, а где-то... серединки игр, как я с ним страдал. Многие, наверное, помнят, да? Как он вымораживал нас. Ну, а теперь, конечно же, все будет намного проще, потому что у меня есть элитный отряд, прокачанный, который просто этого термина может в хлам снести, даже глазом не моргнув. Так что сейчас мы будем с вами делать диверсию. Накопим с тобой приличное количество энергии, да? Может, в принципе... Ой-ой-ой, бегут, 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 ненаглядные мои. Вызвал тут отрядик свой плешивый. Вот, и все. Это первое только было. Так, вот тут, видишь, дамага у нас слишком много. Этот хилбот просто ничего не успевает сделать. А вот с Джаггером, конечно, немножко посложнее будет. Джаггера он успевать будет отхиливать. Ну-ка. Ну, смотри, рыцарь Макт все равно он дает о себе знать. Ведьмочка там на подходе у нас.
Ну где этот термин-то? 9000, куда он там спрятался? Почему не выходит? К нему гости уже пришли, а он все там где-то ныкается. Он даже не вылез, ты прикинь? Он даже не вылез. Этот термин 9000 просто испугался, друзья. Просто испугался. Ой, какой же он трус. А раньше, да, раньше у меня дубасил, так скажем. Ну что, друзья мои, мы с вами переходим в нефритовую долину, где нас ох, тигр плюс копейщик. Ну, тут ясен перец, да? Нам надо с тобой брать такой отряд, где... ну, типа вот такого что-то. Чтобы копейщика сдерживать. Копейщик, он очень быстрый. Он очень рано появляется и очень быстро бежит. Поэтому нам нужно будет его, естественно, прикрывать. Вот, закрываем, как говорится, все подступы. Но не забывай, что еще и тигр тут есть. Поэтому нам нужно с тобой что сделать? Черт узнает, нам нужно с тобой тыквоголову, наверное, звать сюда. Ну, опять же, его на вот эта вот душа, смертельный хрип, наносит очень много урона. Если выпустим корни. Так, смотрим, ребята. Души нету? Души нету, все. И это уже большой плюс. Эть, заморозку не успел сделать. Так. Слушай, ну первый этап, смотри-ка, очень даже хорошо нам дался. Причем мне нравятся вот эти вот огненные лужи, которые горят, тоже наносят урон. И мы переходим с тобой на вторую миссию. Так, вначале прокачаем. Слушай, ну смотри, уже 88 уровень, еще 12 апчиков и все, и... служитель тьмы будет у меня по уровню прокачан полностью, а вот по звездам, к сожалению, пока нет. Так, здесь оставляем тот же отряд, храмовый пес тут. Ну, может, конечно, шугануть нас маленечко, да? Отправить, как говорится, в бега, но это, опять же, временно. На несколько там секунд. Так, давай что-нибудь с тобой. Твою ж налево, совсем забыл, тут сижу. Выискиваю ресурсы. Дистанция-то маленькая, правильно? Сейчас бы попали бы с тобой по полной программе. Так, ну что там? Давай, наверное, еще одного самурая вызовем. И, я думаю, будем уже, наверное, вызывать тыквоголового. Тыквоголовый вышел. Пускай тут стреляет. Мы будем с тобой пока вызывать самураев. И служитель тьмы, наверное, нам, наверное, тоже здесь пригодится. Опа, ускоряшка. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, не повезло, да? Служитель тьмы забирает здоровье у базы. Просто он из базы вытягивает здоровье и отдает нашим бойцам. Оу, а вот это было плохо, ребят. Видел, да? Пошла волна, но, слава богу, рыцари не такие ватные, как маги или как лучники. Поэтому все у них получилось. А мы двигаемся с тобой дальше, на третий уровень. И последняя энергия. Ну, ой-ой-ой, Ронин. Твою ж налево, тут Ронин, ребята. Упс, как будем... блин, как быть-то? С этим-то дурачком не забалуешь. Ронина сюда воткнули, в этот... в этот отряд. Его ж тут в помине вроде не было. Ладно, попробуем сыграть через этот. Хотя, что-то мне кажется, 175, да, стоит. Мы можем с тобой что, вызвать только лишь... и что, и дальше? Так, хорошо, что он вышел спокойно, без истерики, ребят. Так, ну, ниндзя, давай быстрее. Отлично. Так, двигаемся дальше. Ниндзя, не опережай! Хотя, не, нормально все. Все, окей. Давай вызовем с тобой голема. Блин, тигр тут еще явился, не запалился. Так, только давай без души. Конечно, без души, ага. Смотри, смотри, завис. Блин, дело дрянь, друзья. Дело дрянь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежит, бежит, бежит охламон. Блин, сейчас же распишут, как быть? А ниндзя не поможет мне здесь, нет? Не-а, не помогла.
Как будем действовать с тобой туда? Возродиться. А, мне уничтожили уже замок, оказывается. Ну да. Трындец. Давно я не терял свой замок, если честно. И это, этим они меня взбесили просто. Они меня разозлили. Понимаешь? Когда я в ярости, я непредсказуем. Я сейчас выберу отряд свой и просто разорву их в клочья. Они просто еще не знают, на кого они вообще наехали хоть. Достали, а? Ну, Ронин, а? Сейчас ты познаешь всю боль. Хорошо, что он вышел медленно, сейчас бы я даже не успел среагировать бы. Поехали. Так, давайте своего Ронина выпускать. Хоба, вот так вот. Выпустим с тобой еще чумнуху. Вот и все. Плешивый, а то видели, тут начал выпендриваться. Какой он круч. Какой ты круч. Макруха ты. Пока я свои дела не закончу, ничего ты здесь не сделаешь. Так, ребята, здесь уже ниндзя, поэтому, наверное, возьмем с собой вот этот отрядик. Ронина нету, слава богу, здесь, да? Поэтому этим отрядом, я думаю, вполне можем здесь разобраться. Ну что, начнем, наверное, с големчика. Возьмем голема. Дальше можно будет БФГшку потом припустить. А можно даже будет и богиню солнца вызвать. Так, пошел тигр. Тигр злой, красные глаза, все дела. Надеюсь, тут не сработает ионная фигня. Но отлично, все хорошо, все, ребят, терпимо. Бежим. Так, моя ниндзя не умерла. У нее был второй шанс. Так, и, по-моему, пора вызывать уже богиню солнца. Что-то мне кажется, этот тигр сейчас... Нет, смотри-ка, не бомбанул. Ну давай, блин, а мы быстрее замок разбомбим, пока моя богиня солнца подбежит. Ха-ха. Ну что же. Лучше так, чем никак, согласись. Ну и что у нас там получается? По-моему, предпоследний, да, бой? А, последний бой. Твою налево, тут они и ниндзю воткнули, тут они и Ронина добавили. И богиня солнца еще ко всему прочему. Слушай, я что-то не помню такого отряда. Уже 1000 лет. Хоть и расстояние длинное, долгое. Попробуем этим с тобой пройти. Но я что-то сомневаюсь. Тут нужно было брать все-таки имбовый отряд. Так как здесь богиня солнца. Ее нужно будет уничтожать, естественно, с ульты. Хотя, черт его знает. Ронин, смотри-ка, на удивление у него сегодня спокойно у противника. Это очень классно. Это очень хорошо. Так, мы вызвали с тобой некро. Смотри, опять вышел. Как говорится, без этих. Че, неужели выпустит, а? Успела, да? Хотя нет, не успела. Ну, сейчас же бомбанут тебя, некро. Оу, уже? Уже богиня вышла. Так, нам с тобой что нужно сделать? Ну, вызвать тогда жнеца, получается. Попробуем через жнеца с тобой сыграть. Выпустим с тобой. Опа! Богиню солнца я в первый раз, ребята, вижу, что мы ее просто заковали. Прикинь? Взяли пусто с тобой. Заблокировали. Да, такого я не помню, если честно. Чтобы босса взяли и заблокировали. Он в темнице простоял и погиб, ё-моё. Ну и все, друзья. Уровень пройден, получается. Да, жнец да магер еще тот. Пускай по жизням, конечно, у него очень мало хп, да? Но в плане дамага он, будь здоров, наяривает своей косой, плюс еще и нежить плодит. Так, ну что у нас с вами? Сундук нефритовой империи, и мы с вами получаем храмового пса, плюс 10 карточек на сакуру. И переходим с тобой на эти... Ох ты, 99 уровень.
Слушай-ка, у нас есть... Да вот этот отряд, в принципе, может затащить, да? Даже вот этот может. Но я возьму вот этот. Давай-ка попробуем. Блин, расстояние маленькое, правда. Хотя, что маленькое? Сейчас вызовем голема, прикроемся, если что, с тобой ниндзей. Ну, как вариант, да? Ну да, в принципе, должно все получиться у нас. Вот ниндзю вызовем с тобой. А, у него же страж. Ёпарасоте, страж. Я совсем забыл, это же такая дурь, которую фиг так просто пробьешь. Да, он еще и замораживает. Надо было бы ФГ взять. Ну-ка, может, застанем? Окей. Так-то оно будет лучше. Ну, тут уже шансов нету. Вообще. Ну, сам видишь, прошли. И переходим с тобой на следующий бой. На следующий бой. И кто у нас тут? Ой, Тритошка. Тысячу лет этого Тритошку не видел. Я не знаю, что он там. Щиты и отражения, по-моему, устанавливаем, да? Щиты и отражения. Так, ну, давай вызовем голема. Потом ниндзю, потом БФГ. Можно так сделать. Сейчас проверим, что он тут. Блин, стражник этот опять. Блин, и этот бесит. Серьезно говорю, бесит. Так, у меня что, голем на отхиле, нет? Нет, не на отхиле. Ха-ха. Молния пробила их просто всех. Давай еще одного ниндзю призовем. Стражник, ну вали ты отсюда. Вот кто тебя сюда звал? Нет, тут шансов нет у них. Смотри, как классно, бомбим. Мне понравилось. Не знаю, как тебе, а мне так лично очень даже зашло. Ну что, переходим с тобой, по-моему. Ага, третий уровень, то есть еще два впереди. А вот тут уже бородавочник есть. Бородавочник, он... Ну если он, ребят, разбежится, будет плохо. Но мы, естественно, этого не дадим, да? Чтобы он нам что-то пробил здесь. Будем выпускать его сразу же. И тут уже ориентироваться по месту. Нет, смотри-ка, тоже вышел на расслабончики. И это уже хорошо. Единственное, что он такой же еще и толстый. И наносит очень много урона. Об этом не стоит забывать. Да, урона он наносит прилично, очень прилично. Так, дай-ка я сделаю вот такой вот. Ой-ой-ой-ой, бежать собрался? Да. Зашибись. Просто всех промял. Просто всех промял под себя. Так. Блин, еще и этот идет, а? Слушай, а тут, наверное, надо богиню солнца вызывать. Или что, или как, я не знаю. Твою ж налево. Смотри, что происходит. Даже БФГ-ха не может бомбануть нормально, чтобы пробить вот этот ряд весь. Ну-ка, если так. Ну вот, хоть что-то. Так, богиню солнца я позвал. Мы позвали богиню солнца. Она сейчас будет тут вжаривать, естественно, ребят. Против нее, как говорится, не поспоришь. Окей, наносит колоссальный урон. Поджаривает до хрустящей корочки. Минутка у нас еще с тобой в запасе есть. Я думаю, ничего страшного не будет. Мы с тобой должны будем пройти. Давай ниндзю вызовем с тобой и... Сделаем ульту, если понадобится. Пока вроде бы нет надобности в этом. Пси, вот и все. Вот и отдуплились ребятульки. Ну что, мы с тобой продолжаем. И у нас предпоследняя миссия. Здесь, опа, хищнец. Так, секунду, хищнец. Хм, а как мы его будем контролировать? Тут отряд у меня. И тут. Этим, что ли? Да ну, мы стражника не пробьем. Имбу, что ли, включать? Да, тоже не хотелось бы. Хищнец, блин. Ребят, это проблема. Серьезная проблема. Ну вот как вот мне его законтрить? Объясни. Вот он сейчас делает прыжок, я... Не, я не успеваю.
Он наносит урон. Так, ускоряемся, короче. Даже не знаю. Придется имбовый отряд брать. Другого варика я не вижу, ребят. Как вы достали, а? Нифига там стражники. Не-не-не-не-не, тут не получится никак. Как говорится, не зашло, так не зашло, да? Ну, давайте, пробивайте. Надо бы хотя бы просто пройти этот уровень, да и все. Потом уже с тобой попробуем просто не получить дамаг. Так будет хорошо. Так, ультушка полетела. Все, замок разнесли, но переигрывать надо. Надо переигрывать этот уровень. Жалко, что он не последний. Мне не хотелось бы, конечно, тратить здесь свой имбовый отряд. Но придется. Но придется, блин, а. Так, что там у нас? Ронин, да, против хищница сейчас будет выступать. Ронин против хищница. Ну давай, иди сюда. Опа. Погоди-ка, а сейчас же еще хищ... Ой-ой-ой-ой-ой, я забыл. Ну, успели. Успели. Так, ну не забывай, что еще сейчас будет. И вот так он будет постоянно делать, да? Все. Ну, имбовый отряд на то и имбовый, чтобы просто разносить в щепки врага. Но как дальше нам играть? Последний уровень. Здесь босс кто? Смотритель. Блин, а тут вся старая бригада, а? Так, энергия откопилась. Слушай, может быть, еще не все потеряно. Подожди, посмотрим. Отряд с друидкой тоже довольно неплохой. Стражника, как мы стражника будем контрить? Да фиг с ним, со стражником. Нам главное, чтобы нашу друидку не захватил в плен этот смотритель. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Куда ты? Куда ж ты? Щемануться-то решил, а, родной? Ты давай тут без выкрутасов, пожалуйста, да? Ну что, пора, наверное, нам призвать с тобой друидочку. Ну, а с этими олхами как-нибудь уж разберемся. Сейчас молотильщика еще позовем. Так. Молотильщик, правда, здесь будет как вата себя вести. Его быстро будут разбирать. Ну, паладина призовем. Так. Смотрителя пока еще нету. Еще, так сказать, не вышел, да? Не появился. Так, заморозочка. А вот и смотрители, ребята, сейчас будет под свой контроль брать моих юнитов. Ну вот, например, всадник на журавле он взял, да, под контроль. Ну-ка, давай так сделаем. Слушай, мы что-то их там промяли вообще капитально, смотри. Смотри, что происходит. Смотритель упал. Ну и все, и песенка, друзья мои, спета. Врага. Он остался без босса, без защиты. Еще там этот хламон хотел разбежаться, но у него не получилось. Ну и замок, как ты видишь, мы разнесли. То есть территорию захватчиков мы с тобой одолели. Следующее, что у нас там идет? Тогда и сундук. Угу, бородавочник и жаба с пушкой. Так, получается, у нас еще две карты, да? Ну что, территория роботов. БФГ плюс щитобот. А у меня есть? Есть еще компашка. Так что повоюем. Так, подожди-ка, что там у него? Щитобот. И БФГ, да? Понял. Ну, с этим ребятам, конечно, будет сложновато мне сейчас тут драться. Еще и БФГ это плешиво сейчас будет нервировать меня просто своими плясками с бубном с этим, а?
Ну давайте, блин, он выводит и выводит. Давай, корни. Так. Бабах. Бабах. Ё-моё. Щитобот, ты куда это там разогнался-то? Идем, 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 друзья мои, идем. Служитель тьмы. Все как полагается. Ураганчик. Ну и, по-моему, все. Песенка их не спета. Мы их прижучили. Плюс тут корни сейчас будут бомбить их. Да? Без каких-либо проблем вообще. Лучше не придумаешь. Все у нас с тобой получилось, и мы двигаемся далее. Так, у нас с тобой, о, хватает деньжат. Давай-ка. Ну смотри, уже 94 уровень. Жалко, за сегодня, конечно, не сможем пропать до соточки. Но в следующей серии уже 100%. Так, а здесь ничего абсолютно не поменялось. Добавился просто у нас кто? Молотильщик. Ну, опять же, тебе скажу, что если выходит тыквоголовый... Тихо, подожди, подожди, я не готов. Так. Ну? Твою налево, что делает, что творит, а? Плохо он творит. Ну? Жесть! Нанес, да, все-таки урон, гаденыш, а? Ладно, ускоряемся, ребята. Как только получаем урон, мы сразу делаем с тобой ускорение, чтобы не терять наше время. Да пускай сносит замок. Тут сопротивляться бесполезно. Нифига он тут наплодил. Ну, сейчас ты довыделываешься. Блин, жалко, что энергию потеряли просто с тобой зазря. Попытку, так сказать, сфылили. Ну, где у меня там отряд? Есть какой-нибудь? О, вот этот вот. Поехали. Я, как говорится, просто буду мстить сейчас. И тут уже им никто не поможет. И ничто. Ну что, выпускаем Ронина на поле боя или... Ну да, придется его вызвать. Просто в труху его сносит. И БФГ, кстати, тоже. Если достанет, правда. Ага, достал. Так, ждем с тобой, ждем энергию и выпускаем еще Ронина. Проще пареной репы. Чумнуху позовем с тобой и сделаем ульту. Вот и все. Никто не выйдет и никто не зайдет. Разнесли. Ну это был какой у нас третий уровень, да? Третий этап. А там же еще... Блин, это второй был этап, а тут еще, ё-моё, бомбер. Слушай, ну против бомбера это, в принципе, ничего страшного. Бомбер это ерунда. Бомбер это ерунда. Мы с тобой вызовем что? Ну, Джиггернаута вызовем первым, да? Против бомбера кто? Вот единственное, что слаба будет, конечно, наша некра. Но у нас есть баллиста. Тоже не забывай про нее. Грифон есть. Кстати, блин, нифига он оглушил. Так, я, наверное, некрота зря, блин, вызвал. Ай, дурень. Ну-ка, давай так сделаем. Хоп. Джаггер БФГ-ху пробил. Молодец, красавчик. Слушай, а ты видел, куда, как далеко теперь прыгают черепки? Да ну... Ай-яй-яй. Да что ты будешь делать? Он всех моих сносит, гад этот. Бомбер этот. Запарил уже, серьезно тебе говорю. Ну-ка. Ага, ураганчик. Вызовем теперь некро с тобой. Там что-то загремело. Железяки какие-то начали падать. Так, застанили все-таки, да? Добили. Еще одна баллиста. Слушай, ну какие же они противные. Посмотри, не хотят сдаваться. Щитоботы эти. Да, жестко. Ну и все.
Ах ты, гаденыш. Остается сейчас разбомбить просто замок. И наш будет победа. О чем я тебе и говорил. Ну что, переходим на следующий этап. И у нас какой там предпоследний. Энергии сколько на наших? Две. Две энергии. Молотильщик здесь, да? Молотильщик здесь. Значит, нам придется с тобой, наверное, сделать поддержку чисто на джиггернаутов и на грифонов. Потому что здесь есть молотильщик противный. Вон он едет. Довольный. Давай, поехали. Хоба, с плюшечки упал. Блин, застанил, а. Слушай, так дело не пойдет. Надо помогать нашим ребятам-то. Хопа. Сразу так взгрустнулось, я смотрю. БФГшка там что-то даже ничего не успела сделать. Ать, и все, вот об этом я тебе и говорил. Что вот так отряд они мой и уничтожат. Достаточно одной пилы циркулярной. И все. Так, ладно. Будем потихоньку продвигаться с тобой. Нет, можно, конечно, еще сейчас попробовать призвать грифу одного. Лишним он не будет, так же, как и джиггернаут, кстати. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Еще один грифончик. Еще один грифончик и еще одна баллиста. Что-то мы медленно как-то с тобой продвигаемся. Знаешь, за каждый уголок тут деремся. Давай, давай, отлично. Упал. Хиллбот отдуплился. Выпускаем с тобой тюрьму. Ну и вот, вот она, песенка врага спета. Тут уже никто не поможет. Когда вот такая вот армия подходит притирку к твоему замку, тут уже тебя ничего не спасет. Никакое преимущество, потому что ты ничего не успеешь сделать. Ну и повед за нами. Так, остается последний, да, я так понимаю, бой на этой территории. А босс тут... Ой, босс-то, в принципе, фигня. Может быть, где-то энергия накопит? Нет, нет нигде энергии. Ладно, поехали. Посмотрим, что у нас здесь. Да как... Успеем мы, интересно, с тобой этого ядер-бота завалить или нет? В принципе, можно попробовать. Но здесь нет дамагеров у нас. Вот в чем проблема. Ядер-бот, он очень жирный, он толстый, так скажем. Его лучше всего пробивать именно критами, чтобы наносить больше урона. А у нас тут никого нету. Ну что, жнец, что ли? Да нет, конечно, это фигня полная. Так, клетку выпускаем. Как они идут? Ну еле-еле, еле-еле, ё-моё. Еще эти БФГ-хи, которые бомбят через весь этот, через все поле. Да. Ладно, попробую вызвать, наверное, нашего жнеца. Там уже что будет, то будет. Может быть, мы также этого поймаем в клетку. Прикинь, его поймать в клетку. Давай попробуем. Сможем, интересно, или нет? Слушай, я думаю, должно получиться. Ну-ка, я сейчас рискну. Вот он, друзья мои, в клетке. Он же никуда отсюда уже не денется. Слушай, ну это вообще тогда на изи. Вот и все, вот, ребята, он и забомбился. То есть его ловишь где-нибудь возле нашей базы, да? Выпускаешь клетку, они его ловят, и все. И он помирает там себе спокойненько. Так что еще одна, ребята, как вам сказать-то, подсказочка или помощь на халяву. Так. Все. Быстренько, быстренько мы, да? Ну, босс, конечно, да, меня порадовал. Даже дойти не смог. В тюрьму его и все. Ну, что у нас там с тобой есть? Где-нибудь энергия? Так, ну, во-первых, мы с тобой открываем сундучок. Ага, репульсор плюс фабрика роботов. Это у нас с тобой долина подданных. Это где рыцари у нас с тобой лазят, да? Нету, друзья мои, энергии, к сожалению.
Жалко, жалко. А что у нас тут по ежедневкам? Кто там разыгрывается? Неужели тыквоголовый? Ну, из тыквоголовый смысла идти нету, да, ребята? Именно он. Тыквоголовый у меня и так прокачан по фулочке. Так, где у меня? Вот, родной, давай мы тебя... Слушай, ну 3 левела осталось ему прокачать, и все, и будет нормоль. Так, наверное, на тренировку я отправить не смогу, потому что нет энергии. Ну что, дорогие друзья, тогда мы на этой ноте с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!